Добро пожаловать в 2015 год. Старт работ по строительству депо «Металлострой». Взгляните на масштаб территории будущего депо. Оно поражает. Неудивительно, ведь скоро здесь будет настоящий кластер передовых технологий в области обслуживания высокоскоростных поездов «Сапсан» и «Ласточка». Но пока будьте осторожны. Смотрите по сторонам. Стройка в самом разгаре. Фундамент заложен, и теперь будущее депо обретает форму. Железнодорожный путь, по которому в депо будут прибывать поезда, уже проложен. Тонны металла образуют скелет масштабного сооружения. Инженерная мысль и технологичность в каждом сантиметре здания. Километры проводки, которые вскоре будут питать передовое оборудование «Сименс», уже заняли свое место. А вот и оборудование. Оборудование для балансировки колес. Уникальная мобильная установка для ультразвуковых испытаний оси колесной пары. Рабочий инструмент и гордость депо «Металлострой». Домкратная установка, которая способна поднимать весь состав из 10 вагонов одновременно. Пресс по запрессовке колесных пар. «Сименс» — это первая и единственная иностранная компания в России, имеющая право на формирование новых колесных пар. И это только часть представленного оборудования. Представьте, насколько уникально это место. Инновационное депо «Сименс». Сохраняя традиции, вперед в будущее. В России и для России. Добро пожаловать в депо будущего «Металлострой».